где же он? Эльвира, пропал мой пропуск. У меня плохое предчувствие. Спокойно. Вон она. Спецблок. Внимание, санитары! Коридор 5-го этажа спецблока. Несанкционированное проникновение. Живо! Вечером после отбоя. А давай посмотрим, что у нас под халатиком. Так, а ну стоять! Стоять, сказал! Давай за ней! Пойдем, пойдем, пойдем! Стоять! Отпустите, пожалуйста, отпустите, это он! Слышите, вы не понимаете, это он! Отпустите, пожалуйста, отпустите! Оператор. Привет. Здорово. Что, есть закурить-то? А, нет. Ну и правильно. Я тоже не курю, это и так спросил. Узнал меня? Мужчина, вы, кажется, обознались. Никчемное у тебя пламя для наружки. Вспоминай, 8 лет назад ясен, на курсы повышения. Ты тогда еще в семерке работал. Ну. Я вас не знаю. Выпил? Ну и гуляй себе. Извини, извини. Ничего личного, ты же понимаешь. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот все. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот. Отдохни, а я сейчас. Красавец. Нют. Нюта. Нют, я дома. Любимая моя Нюта, я не застал тебя дома, а мне, как всегда, надо бежать. Совсем скоро мы снова будем вместе. Что бы ни случилось, Нют, верь мне, береги себя. Я люблю тебя. Ты моя жизнь. Поймите вы, я и так жопу порвал на британский флаг, чтобы ту фуру со спецстоянки вытащить. Паш, ты не ори, не в суде. Да и мы не прокурор. Роман Аркадьевичу бабки нужны, мне товар. Отсюда вопрос, как нам его все-таки вытащить? Ну вы, граждане, упертые. Я же говорю, никак. Фуру наверняка перегонят к нам на стоянку, если уже не перегнали. И сторожить ее теперь там будут не 3 инвалида из районной управы, а охрана такая будет, что не подойти. Да и как теперь туда подойти, а? Если я наверняка уже в розыске. Хорошо. Ты не можешь. Кто может?
Подумай, Паша. Пошевели серым веществом, пока оно у тебя еще есть. Это ж ты у нас такой умный. Придумал эту схему с фурой и заводом. Тебе и ответ держать? Петр Сергеевич, хороший у тебя коньячок. Ну так давайте, пока мальчик думает, мы вместе с коньячком и пройдемся. Воздухом подышим. Можно? Смотри за ним. Так. Главное, он меня по Ясеневу помнит. Угу. А? Потерпевший? Как здоровье? Нормально, товарищ подполковник. Видите, как срисовал он меня? Ага. Вижу. Выходит, Александр Андреевич из Энска вернулся. Квартиру проверили? Да, проверил. Закрыта квартира. Невеста его в больнице. Так, может, смотаться за ней привезти? Пусть скажет, что он забрал из дома. Да, это скажет. Ладно. Поехали в управу. А наблюдение снимаем? Наблюдение оставляем. И техников вызовите. Поставьте прослушку в квартиру. Будь здоров, сотрудник. Да. Кто там? Дэн, охранять. Да, все взяла. Доброе утро. Доброе утро. Опаздываете, Марина Геннадьевна. Так, я от начальства схлопотать недолго. Хорошо у тебя тут. Спокойно. Вариантов нет, Петр Сергеевич. Правый. Была бы партия поменьше, то выкрутились бы. Но, честно говоря, 15 миллионов долларов я терять не намерен. Роман Аркадьевич. Стой, куда? Я же сказал, меня ждут. Ну что, надумал что-нибудь? Да. Внимательнейшим образом тебя слушаем. Я думаю, есть один человек, который поможет достать груз из фуры. Ключи. Где же они? Thank you.
Леша, Леша. Видишь? Видишь? Здесь тоже собака. Видишь, пес? Видишь, пес? Умничка. Ключи от машины забыла. Бывает. От машины, а? Так. Тут нет. Где они могут быть? Ну, чего ты там лаешь, а? Ну, что? Что там такое? Ну? Что тут у тебя? Ну, нет здесь ничего. Глупый. Глупый пес. Ну что, что ты меня все время туда зовешь? Ты опять испугался, да? Паучка? Боже, ну. Есть. Все. Побежала. Дэн, хватит лаять. Не раздражай соседей. Выдать мне хотел. Дурачок ты, Дэн. Дурачок. Опа. День рождения Ани. Сентиментальный ты, Лешенька. Ох, сентиментальный. Знала. Надо встретиться. Леша, она не успокоится, пока его не найдет. Нафига ты деду Гусаренко сказал, что Аня его внука ищет? Это не я сказал. У него самого телефон есть. Роман Аркадьевич настоял, чтобы общаться с внуком. И что? И ничего. Эльвира дура. Проболталась Гусаренко, что его держат в спецблоке, потому что пациентка Севастьянова ищет его. Ну а тут... Анна и сама подлила масло в огонь. Проникла в закрытое отделение и нашла его. Гусаренко позвонил деду, дед мне. Нельзя было сказать, что это бредни наркоман, и он нафиг никому не нужен. Леша, испугался я. Я его очень боюсь. Ладно, пойдем. Куда? Поговорим с этим внуком. Я провожу. Да не надо. Гусаренко Евгений Николаевич? Гусаренко, вы меня слышите? Не ори. Это же Берг. Я Попов Алексей Юрьевич. Есть разговор. Берлинский симфонический это место лучше исполняет. Американцам жесткости не достает. Потому что у немцев Вагнер. А у америкосов их долбанный джаз. Слышь ты, Попов я. Че тебе надо? Попов ты. Хорошо, хоть в этот раз наружка упустила Аневой. Я устал докладывать наверх, что мы опять сели в лужу. Мирошкина в розыск объявили? Так точно. Ну, про Попова я понял.
Возвращайте в дело этого любителя мистики и тайн. Что у нас по Энску? Да сиди ты. Чкония показал, что отправить фуру к Атапину настоятельно рекомендовал некто Лавриенко Петр Сергеевич. Что у нас есть на этого Лавриенко? Формально у него охранное предприятие. Местные оперативники считают, что он контролирует весь наркотрафик, идущий через Энск. Досье на него удалось собрать приличное, хотя ни разу зацепить его не удалось. И? Как только Чкония дал показания, Лавриенко исчез. А Мирошкин тут каким боком? Да пока прямой связи между Мирошкиным и Лавриенко мы не нашли, но есть интересный момент. Убитый на спецстоянке Павлов по кличке Кэп года 4 назад проходил по одному делу у Мирошкина. И каким-то удивительным образом из обвиняемого стал свидетелем. Ну так ищите, как эта компания связана друг с другом. А главное, как там оказался Атапин. Чем мы занимаемся, товарищ полковник? Свободно. Слушаюсь. Я понял, отпусти! Больше повторять я не буду. Телефон твой где? Тут. Давай, деда, набирай. Набираю. У меня есть кое-какие мысли на эту территорию. Извини. Алло, Женя, не могу сейчас говорить, потом перезвоню. Так что, говоришь, это все твое, да? По случаю досталось. Ну что, удачный случай. Значит так, нос из палаты ты не высовываешь, с любимым дедушкой не пытаешься связаться, понял меня? Понял. Иначе я тебя определю в СИЗО, а ребятам шепну, что ты со своими корешами-ублюдками сделал со студенткой, и твой дедушка не сможет тебя спасти. Да ее вообще не трогал, она сама с нами пошла. Сама пошла? А потом 7 раз на нож напоролась. Придумай сказку поинтересней. Потому что ребята в камере не поверят. Недоверчивы. Итак, что ты с этого момента не делаешь? Из палаты не выхожу, с дедом не общаюсь. Молодец, значит что? Иначе меня посадят. Сокол мой ясный. Ты так и не понял. То, что тебя посадят, это только полбеды. Тебя там замочат. А перед этим сделают очень больно. И будет полный нормальдон. А если ты будешь хорошим мальчиком, то завтра я тебе принесу очень чистый порошочек. Лады? Лады. Нормальдец. Реши этот вопрос, Петр Сергеевич. Я все сделаю. Спасибо. Бывай, бывай. Алло. Да, Роман Аркадьевич. Алло, Женя? Нет, это не Женя. По стечению обстоятельств телефон вашего внука оказался у меня. Что ж, Женя? Ты врач? Почти. С ним все нормально. Пока. Не волнуйтесь. Почему у вас его телефон? Кто вы вообще такой? Немедленно позовите Бориса Евгеньевича. Вы знаете, Борис Евгеньевич сейчас очень занят. Может, мы сможем встретиться минут на 5? У меня есть очень короткий, но важный и содержательный разговор. Да-да, я готов вас не слушать. Поехали. Пока. Пошел ты! Привет, Мила. Здравствуй. Ну, вот я и пришла, как ты и просил. Извини, что задержалась. Спасибо. Не волнуйся. Я пришла одна, муж на службе. Да, мне говорили, что ты вышла замуж за Лягунова. Да, уже давно, и родить успела. Да ты что? Я тебя поздравляю. Мальчик, девочка.
Перестань, как будто бы тебе это действительно интересно. Мне Маринка говорила, ты тоже жениться собрался? Собрался. Да. Даже заявление в ЗАГС подали. Тебе больше скажу, даже день свадьбы назначили. И тут я даже не знаю, как тебе сказать, чтобы не напугать тебя, чтобы ты не убежала. Сашка, ты такой смешной. Ты думаешь, я не знаю, что ты в розыске? Собирай манатки. Разведчик из тебя никакой, головной боли наделала по самой... Я его видела на 4-м этаже, 14-я палата. Хорошо, видела и хорошо. Только позволь, я буду заниматься этим делом. Что значит заниматься? Его нужно задержать. Его и этого вашего Мирошкина. Мирошкин и без тебя в розыске. А тот, которого ты видела, с ним не все так просто. Давай я пойду Громову. Скажу. Так, подожди. Ну-ка, что ты скажешь? Что в клинике Сальского прячут убийцу. Кого он убил? Ну, потенциального убийцу. Я впервые слышу, чтобы на основании показаний, видений пациентки психиатрической клиники полиция арестовала человека. Леша, ну что-то же нужно делать. Нельзя, чтобы он здесь просто отсиделся до 12-го. Поэтому я говорю, можно я буду заниматься этим делом. Ты пойдешь к Громову, наделаешь шума. Тебя определят в клинику, не такую комфортабельную, как эта. Я не могу сидеть сложа руки и ждать, пока Сашу убьют. Ты понимаешь это? Понимаю. Но поднимать на уши клинику – это как минимум непродуктивно. Ты сама себе создала проблем. Ладно, определим тебя ко мне на дачу. Поживешь там, воздухом подышишь. А чтоб тебе страшно не было, я с тобой переночую, разожжем камин. Помнишь, как раньше? Да, сестренка? Леш. Да. Ну что там за сюрприз? Сюрприз. Тебе. А что там? Ну, там одна штука. Коробочка. Да. Давай, собирайся. В общем, Мирошкин сбежал, Попова отстранили, а мой рвет и мечет. Вот это новости. Я думаю, это Мирошкин тебя подставил, как и в прошлый раз. В прошлый раз меня твой благоверный упаковал. Как я только документы ему передал, меня тут же с Герычем взяли. Я уверена, Коля ни при чем. Он мужик скучный, занудный, но не подлый. Что делать собираешься? Доказывать, что не верблюд. Милый, я тебе и позвонил, поэтому... Что мне сделать для тебя? Чем я могу тебе помочь? А если это Мирошкин все организовал и наймет этого наркомана, чтобы убить Сашу? Паша, такой срок светит, что не то, что из города, из страны валить должен. Можно. И что такого Саня должен знать о Мирошкине, чтобы тот остался грохнуть его? Не знаю. Вот и я не знаю. Мирошкина вычеркнули. Контекст изменился? Наверное. Ну, раз наверное, тогда погнали. Нужно ко мне домой заехать, взять кое-какие вещи. Заедем. Что-то долго вы сегодня. Препод задержал. Каждому по 3 доп. вопроса. Хвастайся. 4. Почему не 5? Пап. Да ладно, я шучу.
И чего, так каждый день? Да, каждый день. Встречает и провожает. А если не получается, просит кого-то из конторы. Чаще всего майора Попова. Как она сама к этому относится? А ясное дело, на стену лезет. Девка-то молодая, еще гулять и гулять. А тут шаг влево, шаг вправо расстрел. Я ее как-то подвозил домой, так она Громова только что не матом крыла. Хорошая девочка. И что, она вылечилась? А черт ее знает. Сами понимаете, о таком спрашивать как-то... Ну, мне Леша Попов рассказывал, он ее в клинику пристроил. Так говорит, что помогло. Что за клиника? Центр профессора Сальского. Да, понял. Ну, хорошо, тогда ты знаешь, что делать. Пристраивайтесь за ней. Лодненько, что случилось? Говори без лишних подробностей. Все, работайте. Алюня отследил бабу из больницы. Ну и отлично. Ну, как думаете, сработает? Да, Громов ради дочери на все пойдет. А вот, поехали. Володя, давай за ними, поехал. Угу. Спасибо. Это еще что за явление? Простите, это седьмой дом? Да, седьмой. Леонид Михайлович. А почему он попросил именно вас? Ну, во-первых, я знаю, что с ним произошло, и не верю, что он виноват. А во-вторых, просто попросил помочь. И вы не смогли ему отказать? Ну, конечно, нет. И не смогла бы. Не ревнуйте. Не-не. Да, у нас когда-то был роман. Но сейчас у меня семья, ребенок. Он попросил, я передала. Все очень просто. Вы очень его любили. Сейчас это уже не имеет никакого значения. Всего доброго. До свидания. Как не поедешь? Мы же на дачу собирались. Это мне? Тебе. И что это означает? Это означает, что я тебя люблю и хочу, чтобы ты была моей. Ты серьезно? Абсолютно. Ты согласна? Леша. Леш, милый, чудесный, хороший мой Леша. Леш.
Я же тебя как брата люблю. Я... Я тобой как другом дорожу. Слышишь, Лёш? Уходи. Ты чего? Уйди! Ну? Давай, что случилось? Почему на дачу не поедешь? Рассказывай, Ань. Ко мне приходила Мила. Ну, Сашина бывшая. Милка? Ты ее не видел? Нет, в телефоне залип. Зачем приходила, чего хотела? Саша хочет встретиться со мной сегодня в 3. На нашем месте. Он знает, что мой телефон на прослушке, вот и попросил ее. Странно. Зачем ее? Он что, не мог мейл отправить, как в прошлый раз? Ну, в прошлый раз я его увидела через пару часов. Подумала, что так будет быстрее и надежнее. Возможно. Давай. Куда тебя отвезти? Где это ваше место? Кафе «Астра» на площади Свободы. Погнали. Конечная точка. Площадь Свободы, кафе «Астра». Не опоздать бы. Успеем. Главное, чтобы наружка вела машину Попова, и он их не срисовал. Сигареты, больница. Какие прогнозы? Ну, сложно сказать. Если бы Евгений не нарушал режим, все пошло бы значительно быстрее. А вы же видите, нам приходится погружать его в медикаментозный сон, чтобы делать процедуры. Я заеду вечером, чтобы поговорить с Женей. А вы, Борис Евгеньевич, постарайтесь, чтобы Женя в состоянии был меня услышать. Я доверил вам его лечение. Но в последнее время замечаю, что состояние моего внука ухудшилось. А это мне не нравится. Это может плохо отразиться на вашем здоровье. Добрый день. Скучаешь? Да чтоб вас, уроды. Мужики, не могли бы пересесть за другой столик? Мы что, мешаем тебе? Мешаете. А ты нам нет. Слушайте, ну я по-хорошему прошу. Димон, по-моему, это угроза. Да, угроза от нас. Он ничего не добьется. Но по хлебалу, походу, сколопотать может. Ты здоровый какой. А что, спортом занимаешься? Ну да. А буквы знаешь, читать умеешь? Умею. Так считай, к тебе сегодня счастье приходило. В другой раз может и опоздать. Что? Прочитали? А теперь идем, уходим. Идем. Пошли. Давайте, давайте. Спортсмены. Thank you.
его видим. Мы его ведем. Товарищ подполковник, он нас, кажется, заметил. Стой спокойно, не суетись. Я серьезно, он знает, что его ведут. Не суетись, ему деваться некуда. Все, будем брать. Всем внимание, приступаем к задержанию. Погнали. Поехали. Он уходит, все за ним. За ним, за ним! Как он почувствовал? Схемы канализации, входы, выходы, все! Быстро рассредоточились! Вы двое остаетесь здесь. Ларичев, за мной! Блин. Да давай быстрее! Вот я и увижу! Живее, Федя! Он уходит! Колыш! Ты что, ухи поел? А? Я ничего не слышу, я оглох! Ты, Колыш, и оглох? И охренел! А? На! Если бы пуля срикошетила в кого-то из нас попала! Идиот! Я оглох! Где мне теперь его искать? Ань. Скажи, как они узнали о нашей встрече с Сашей? Да, наверное, от Милки. А может, от тебя? Да нет, какой? Я все время с тобой был. Наверное, вели, наружка вела. Тебя или мою машину вели. Черт, я как дурак сразу не сообразил. Я видела, как ты писал кому-то СМС. Кому? Маринке писал. Хочешь посмотреть? Быстро, быстро, жми! Давай, бежим, бежим, тихо, тихо, тихо. 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 Стой. Не вижу их, нужно ближе. Давай, давай. Быстрей, 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 быстрей! Давай. Тормози, я их возьму. Быстро, быстро, жми! Ань! Бежать? Пора бежать, бежать? Успокойся. Пора. Они стреляли в меня. Успокойся, я тебе говорю. Успокойся. Они хотели меня убить. Успокойся, все хорошо. Мне почем знать. Видений никаких не было. Видений никаких не было. Тогда пойдем. Куда? Пойдем. Пойдем со мной. Пойдем. Ну, давай, давай, давай. Давай, вставай. Эй, говорю. Что ты раскомандовался? Эй, слышишь меня? Эй, слышишь? Пей. Возьми и выпей. На, держи. Давай. Тепло? Тепло тебе? Тебе тепло? Так, все, полегчало? Так, давай, 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 давай. Давай, держи эту мерку. Эй. Mm-hmm.
Тихо. Почему я ничего не увидела? Почему? Чего? Почему я не увидела, что в меня будут стрелять? Мне нужно к Сальскому. Но. Мне нужно срочно к Сальскому. Тихо. Послушай меня внимательно. Я попробую организовать тебе встречу с Борей. Но это не главное. Слышишь? Да. Ты понимаешь, что ты... Ты самый родной и близкий мне человек. Ты понимаешь это? Эй, ты будешь в безопасности. Я смогу тебя защитить. Пока я жив, с тобой ничего не случится. А Саша? С ним тоже. Надеюсь. А сейчас... Ты должна мне доверять. Полностью. Ты же знаешь, что должно случиться через 3 дня. Знаешь. А как говорили древние, предупрежден, значит вооружен. Выпьем. Дружище, повтори. Вот так. На, давай, держи. А? Да не буду я забирать. Давай, погнали. Почему ты не отвечала мне на звонки? Что-что? Я спрашиваю, почему ты не отвечала на мои звонки? Тише. Ребенок спит. Я спрашиваю, почему ты не поднимала трубку? Я звонил тебе минимум 10 раз. Я не слышала. А что случилось? Что случилось? Это тебя надо спрашивать, что случилось? Какого черта ты встречалась с Отапиным? Да еще потом поперлась к его невесте. Послушай, милаш, ну признайся, он выследил тебя, да? Он заставил тебя это сделать. Коля, ну что за детский сад? Никто меня не выслеживал и не заставлял. Просто мы случайно встретились. Черт. Ты хоть понимаешь, что его с минуты на минуту арестуют, и он все на допросе, все расскажет? Ну, во-первых, его еще не арестовали. А во-вторых, что он расскажет? Что попросил свою старую знакомую сходить к его невесте? Послушай. Ты жена замначальника управления. Тише, тихо. Оказала содействие особо опасному преступнику. Я не знала тогда, что он преступник. А в следующий раз, когда его увижу, сразу же тебе позвоню. Слушаю, Леонид Михайлович. Что? Что ты? У тебя там целая дивизия была. Какого черта, как он мог уйти? Я так понимаю, допрос Отапина откладывается. Леш, как думаешь, это покушение как-то связано с нашим делом? Никак не думаю. Почему? Да по Кочану я знаю не больше, чем ты. А потерпевшая что говорит? Ничего не говорит. Потерпевшая в шоке. Придет в себя, завтра поговорим. А ты, я смотрю, тоже, да? Иди работай. Ну, чего? Как дела? Пули есть, гильзы есть, а толку? А чё так? Это пистолет, пулемет типа УЗИ. Ферма. У бойцов, как правило, такого оружия нет. Да понятно. Прямо возле люка. Это из супермаркета «Остров». А это точно его? По крайней мере, ни один из рабочих ключик этот не признал, да и не видел раньше. Ну а почему вы так уверены, что он туда вернется? Потому что Федя, если он туда что-нибудь положил, значит, обязательно должен вернуться. А если он только через месяц туда вернется? Значит, месяц будете сидеть в засаде, пока он не вернется. Работники, блин.
Забрали? Нормально прошло. Поехали быстрее. Тапи, ты арестован. Атапи, здесь посторонние люди. Чтоб никто из них не пострадал, не советую оказывать сопротивление. Кто-то опять намусорил в лифте. Ты представляешь? Пойдем. Пойдем со мной. Леш. Воу. А где фронтовые 100 грамм? Боже мой, Свет ко мне звонила с управы, говорила, что у вас там дурдом. Стрельба, погоня. Да. Боже мой, Леша. Я так волновалась. Слава богу, ты цел. А стреляли-то в кого? В Анюту. В Атапинскую Аню? А ты где был, когда в нее стреляли? Ну, где-то был. А конкретней? С ней рядом был. Довольно? Плевать мне, что ты с ней рядом был. Тебя же могли убить, понимаешь? Прости. Далее. Что? Что? Когда? Выезжаю. Душ приму и выезжаю. О, Саша, набегался. Ну ничего, будет время, посидишь, подумаешь. Рано радуешься, Леонид Михайлович. Ничего, жизнь покажет. Уводите. Подумай пока, Саша.